Да господи, что у меня сегодня... Что сегодня с браузером, с этим, с гуглом? Ля, он странно себя ведет. Сорян. Сектор газа. Да. Катамаранов? Шершняга. Катамаранов! Катамаранов. Кто б сомневался? Скипидар. Скипидар. Катамаранов настолько суров, что под водой живет. Звуки, слышишь, как он фигачит, топает. Он пьет. Игорь, ты че бешеный? Ты че здесь делаешь? Отжилина на дно залег. Пожалуйста, спаси меня. Плыл вместе с этим. Лапенкова это, бог из машины, это катамаран. Ну да. Как говорится, как и предполагали, он спас инженера. Вот такая вот у нас теперь, блин, студия, нахрен. Своими руками, блин, замутили вот такой вот студийку Шершняга, блин. Вот его авторская роспись. Гробница фараона будет реже ходить, чем сюда, я тебе крещу, блин. Нас мумифицируют, вот как это, блин, селедку нахрен. Ставят нам пластиковые вот эти вот затычки в глазки, блин. Это что за креветка, блин, ты откуда ее взял, на? Питомца завел, сухостой какой-то, блин, а не питомец. Давай музыку писать. Кубическая страсть! Кубическая страсть! Башки тухлые, блин, все пропадало. У нас, блин, Шершняк, охренительная разработка есть, блин. Шершняка, блин, несколько недель там все паял, винтики, шпунтики, блин, провода, блин, шмовода, блин, супер гидро, блин, турбо нахрен гитара. Мы ее с Шершняка прозвали Черной Вдовой, блин, потому что она будет уничтожать все, блин, там с площадки, нахрен. Шершняка, куда ты ее там положил? Особо. Ну да. Так, меня же там... Меня же особо моя там ждет в ресторане, ну, в Бирюзе. Бита, еще у меня какой-то больной. Конечно, столько времени провел под водой, пока с Игорем поболтали там, пока... Да, действительно, пока с Игорем поболтали все дела. Ай, блин. Это, блин, капец. Она особо не заразить. Гибидроциклофенадол форте. И вы будете полностью обеспростужены. Так, у меня такой где-то есть. Сейчас. О, господи. Загадка дыры. Спасибо за подписку. И снится нам не рокот космодрома, не это ледяная синева, а снится нам радиоактивные болота. В этих лесах давно уже не ходят люди, одурманенные таким непонятным запахом. Местные грибники покрываются непонятной сыпью. Их глаза наполняются вопросами, что в них спрятано, что сброшено в эти места, непонятно, но они точно сводят с ума безобразных и беззаботных людишек. В этом деле больше ответов, чем вопросов, и это доставляет мне невероятный дискомфорт. Я этот, как там, вот когда Катамаранов сказал, что он залег на дно от мента, это просто настолько стандартно и понятно было, что я что-то как-то не обратил внимания даже. Прямо, да, это буквально, блин. Его не смущает, что на фоне фоточки Татьяны. Чего? Говорю, это ведущего-то не смущает, что там на фоне фоточки Татьяны. Да? Да. Ответов, где? Вопросов, а, вижу. Но он специально повесил. Я просмотрел все, что касается этого вопроса. Оказалось, что доступ к этой базе можно покупать не только на месяц, но и на пару дней. И мне их абсолютно хватило. Я изучил все, что может только по себе представить. Комедии, мелодрамы, ужасы и даже... Боевики! Я не обнаружил ни одного достойного фильма про радиационные болота, но я исправлю эту ошибку, и вы узнаете всю правду в программе «Загадка дыры». Нравится, как отвернулся. Повернулся, а там камеры нет. «Загадка дыры».
Загадка, Дайрей. Сука, меня прет с этого. Оу. Твою мать, что это? Какого хера? Как вы играть-то будете на этом? Его током ударит и все. Здесь только, блин, черная вдова. Ну да. Запатентуй ему раз 80. Здесь только, блин, новаторство использовано, блин, благодаря нашему изобретателю, блин, шершняги. Вот, блин, здесь установлены специально 3D-ические тубы. Спасибо за подписку, добро пожаловать. Электронными какими-то датчиками, блин, обрабатывается звук. Вот здесь, блин, мы можем вычислить абсолютно спокойно, блин, доли нашего музыкального, блин, сознания. На гонорары считали, блин, стоишь на шоссе, нахрен. Ты калькулятор. Фигачишь, блин, и считаешь, сколько тебе бабла прилипло, блин, за очередную песню. Если до хрена, блин, устал играть, блин, авторежим включил, она сама лобает. Да, шершняк? Тебе надо... Они мне напоминают, знаешь, этих, как его, ютуберов, стримеров, в основном стримеров этих школьников, которые только запустили стрим, но у них уже полоска доната, сбор на компьютер, новый монитор или улучшение стрима, и там куча всего забито, что, а, донатьте мне, донатьте. 50 тысяч рублей. Хотя они еще это как там, хотя на стрим к ним еще никто не зашел. Количество подписчиков 42, до нас смотрит зритель один. Да в лучшем случае. Полоска доната 50 тысяч рублей. Собирай на новую PlayStation. Вот так же и эти такие. Надо Нобелевскую премию дать, блин, а потом мне ее передать, потому что я тоже неплохо. Так, это не то. Я это... Гидробиогидрид-фитюгицепинофорте. Ну вот, я же говорил, есть. Так, ну-ка, сколько там надо... Ну чё, шершняга? Сейчас что-то будет. А он же их сосед, сейчас что-то будет. Истинный. А, точно. Потому что сейчас заиграет наш, блин, нереальный аппарат. Вон там свет вырубится, мне кажется. Вполне возможно, да. Чёрная вдова в действии, блин. Мы пишем историю. Ну да. Ну, да что ж это такое? Опять эти волосатики свои пробки все повыбивали. Ладно, ну, примерно... Раз, два, три. Ну, так наверняка сработает. Блин, шершняк, коллапс, блин. Пошли, блин, будем сейчас своими ручками там, я не знаю, это электричество все чинить. Это бабусик, блин, без света оставили, они сейчас там все перепугаются, блин, собственных нахрен дедусик. Пойдем, такой... пойдем, шершняк. Сразу такой цивильный. Ну, они в принципе цивильные. Ну да. Пройдя несколько километров в одиночестве, я абсолютно точно понял, здесь нет ни одного живого существа, ни одного человека, готового ответить мне на несколько вопросов. А этот же чувак, получается, умер, да, из «Сдохни или умри»? Его ж расстреляли там что-то. По-моему, да. В первом сезоне его больше не было вообще. Он не появлялся. Интересно, а раз он в лесу ходит, может, он появится? Вот я тоже так подумал. Просто жду камбэк всех персонажей. Катамаранов стопудово поэтому такой имбовый. Там радиация, он ее под бухлом. Он же скипидаши жрет аж. Ну да. Под водой. Непосредственно болот. И дышит под водой. Мне ничего не остается, кроме как спросить у тех, кто весь прошлый век отмалчивался. Скажите, пожалуйста, знаете ли вы чего-нибудь о радиоактивных болотах? Проведя некоторую беседу на еловом языке, я понял, видимо, кто-то действительно как следует закрыл им всем рты. Теперь у меня не остается ничего, кроме как отправиться к другим свидетелям. Муравьи? В возрасте 6 лет ко мне домой приходил муравьелолог, и я изучал с ним муравьиный язык. Поэтому мне совершенно не доставит труда с ними пообщаться и взять у них пресловутое интервью. Сначала поздороваемся. Скажите, пожалуйста, действительно ли надышавшись парами радиоактивных болот, человек впадает в полное безумие? Кажется, я совсем растерял навыки муравьиного языка. Да и что и говорить, сами муравьи общаться со мной совершенно не хотят. Мне невероятно повезло, и на интервью со мной согласился последний свидетель этих происшествий. Здравствуйте. Так получается, что вы единственный представитель грибного сообщества, что согласились со мной общаться. Откуда такая смелость?
только что был убит последний свидетель этого. Да что ж такое, мы с интервью-то не везем. Ой, господи. То есть его не смутило, что кто-то стреляет? Да. В лесу. Здравствуй. Прости, что я немножко опоздал. Просто у меня там некоторые обстоятельства, да. И если честно, то я очень рад тебя видеть. Так рад видеть. Больше всех очень рад. Да. Что-то будешь есть? Еду? Да. Чтобы съесть еду? Действительно. Чё? Чё кроме еды? Мне просто интересно, вообще нам ее покажут лицо или нет? Ну да. Наверное, еду. Так что... Я, походу, нашел, блин, это непонятный, блин, сгусток электричества. Ни хрена себе, они здесь запутали, блин, головалом, блин, шерстняга. Я тебе здесь отдаю, блин, всю волю, возможности, нахрен. Да чё, ну, в принципе, это все понятно. Давай, шерстняга, блин, тебе флаг в руки, блин. Минус на. Всё. Шерстняга, всё. Шерстняга погиб. Наелся и спит. На небеса, шершняга. Рота, ты где? Блин, че за местечко? Он так сказал, Рота? Нифига себе спецэффектики. Он в рай попал, что ли? Хрен знает. Бог! Ё-моё! У нас новый персонаж. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, прости, я правда уехал из гаража, запотели окна, совершенно ничего не видно. Ты цел, здоров, как у тебя? А, нормально, блин, ты мне все последние костяшки переломал, походу. Подожди, постой. Это чё, реально ты? Блин, я не верю своим глазам. Ты... Это ты, шершняга из Багрового Фантомаса? Ну, типа того, блин. Бог и фанат? Слышь, смотри, кого нашел. Это же шершняга из Багрового Фантомаса! Я реально, блин! Сука! Блин, это сериал настолько масштабный, что там рано или поздно все-таки должны были появиться бог и дьявол. Ну, логично, да. Знаешь, мне бог его напомнил? Бог из проповедник. Ты существуешь, вообще. Кайф, блин. Да, реально. Он как этот делает. Как его друган. Да. Твой фанат, блин. Даже бог твоя вещь. Ты представляешь, блин, я взял, блин, там еле-еле выкупил, обменял там на один котел. Представляешь, блин. Короче, мы на рыбалочку собрали. Поехали. Да я что-то как-то, ну, насчет рыбалки не очень, ребят. Да хватит окисляться, я тебя прошу. Поехали, ради меня. Ну, поехали, блин. Прошерстив местный лес от и до, я убедился, никаких радиоактивных болот здесь вовсе не существует. Воздух свеж, территория красивая. И тут сейчас... у него галюны начнутся. А я думал, он сейчас провалится. Вон да, траву эту? Да. Нору. Да. Живи да гуляй. Очевидно, это очередная легенда о пившихся скипидаром местных жителей. Что там? Потише, пожалуйста. Это... У нас брак по звуку. Очевидно, это очередная легенда о пившихся скипидаром местных жителей. Не могли бы там потише, у меня же все-таки репортаж. Никак. Очевидно, что это очередная легенда от какого-нибудь распив... А у него глюки начались, похоже. Походу. А я-то думаю, кто там в красненьком носится? Я устал, просто бежал, так бежал, все ноги пробежал. Очень тебе... До сих пор рассказывает. Я поржал, сбежал, бежал, все ноги пробежал. Жарко.
Сейчас мы закажем, сейчас мы все закажем. Все-таки заболел. Ну да. Ну и так было хреново. Окей. У меня, потому что... Сейчас он, наверное, в обморок хорошо. Бахнется. Так, походу. Немножко, сейчас. Ну, здорово, отец. Ты что, совсем? Не случайно, не специально. Все, особо ушла. Здорово, отец. Оплатить. Я сейчас милицию вызову. Танюш, где ты? Где ты? Таня. Бедный инженер. Ага. Жалко его. Я иду к тебе. А вот и болото. Сейчас вместо себя увидим. Да. Ну, здорово, отец. Раздвоение личности. Капец у него приходы. Здорово, отец. Твою налево. Здорово, отец. Все, кукуха съехала. Да. Здорово, отец. Милиция! Ты ж сам милиция! Другая, настоящая милиция! Да. Если честно, это просто невероятно. Для меня это большой, конечно, шок. То, что здесь шершняга из багрового фантомаса. Ну просто, конечно, не хватает розы робота. Но это ладно, потом как. Ты знаешь, мы же можем на ты, да? Спасибо. По молодости, конечно, тоже увлекался музыкой там. Писали синглы. Сейчас я даже вспомню, как это было. Шершняга такой, чё? Встретился один, на черной лестнице повстречал другого. Белое, черное, красное, зеленое. Вот и жизнь проходит, словно сон. Сон купца, сон купца. Словно старая мельница. Сон купца, сон купца. Никуда не денется с отца. Соло! Было время. Типа упали палочки? Да. Ну ты вообще, блин. Выбрал. Очевидно, радиоактивные болота действительно существуют, что говорить. Я сам попал под их влияние. И, скорее всего, этот выпуск окажется последним. Это последний выпуск программы... Сосало? Какого хрена? Новости. Срочные новости. Препарат от простуды гибидроциклофенадол на поверку оказался румынским растворителем для обуви. В его состав входит трихомицоглоцаэтилфон. Этот элемент добывается из мха, растущего на радиоактивных болотах. Уже есть первые жертвы. Здорово, отец. Значит так. Налицо медикаментозное опьянение. Человек стал агрессивным, без какой-либо причины начал нападать на одежду, беззащитное и ранимое существо. То есть ты меня. Твою налево.
кондиционер. Мне зайти не надо, у меня работа. Посиди до завтрашнего дня, а потом я его отпущу. Но здороваться с ним не буду. Вся партия пресловутого гибитра циклофенадола была снята с продажи. Радиоактивные болота в срочном порядке засыпаны. Дело закрыто. Все. Так, не стоим, все, уходим, что? Охренеть, засыпал. И напоследок печальные новости. Нам только что стало известно, что, выполняя свой профессиональный долг, во время съемок репортажа из жизни ушел наш коллега. Его честная авторская программа «Загадки дыры» радовала, пугала, удивляла и сокрушала мозг многочисленным зрителям долгие годы. Нам будет его не хватать. Та ну. Всем коллективам 9-го канала мы скорбим по безвременно ушедшему. Ха-х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 а. Мне просто нет слов. Ха-ха-ха-ха-ха. В настоящем человеке и истинном профессионале руководством канала было принято решение изменить эфирную сетку. Поэтому сразу после выпуска новостей смотрите веселую телевикторину. Потому что не директор Ричард Сапогов, он говнюк. Да. Со спутницей в распутье была. Ну вот. Что-то примерно, ну, приблизительно вот такая какая-то была история. Где-то так. Дым-дым, я не вор, ни копеечки не спер. Здравствуйте. О. Я прошу прощения, это же я по адресу, да? Вы не могли бы меня немножко телепортировать обратно? У меня там еще очень много дел. Да пожалуйста. Чё? Блин, слушай, ты можешь со мной такую штуку исполнить? Я по Розе соскучился очень. Да без проблем. Слушай, отправим в лучшем виде, да. Розе привет большой передавай. Счастливо. Эй, спала! А ну-ка отошли от рыбы! Блин, мужики, это рыбнадзор, вали! Катамаран! Катамаран живет на два мира. Походу, да. Остановитесь, я сказал. Именем рыбнадзора стоять. Блин, шерстняга, вставай нахрен, ты мне нужен, блин. О, шерстняга, блин, воскрес нахрен. Пожалуйста, у меня есть хитяра. Спер у бога песню. Ага. Но звучит по-другому. Ну да. Это что такое? Это шершень мою песню украл. Ну держись, Яков Осипович Шершанский. Они к ним поехали? Вот твой билет, вот твой погон. Так, стоп, это конец? Как так? Роза Роба, да. Да, ничего в конце нету. Нету ти. Это было мало, но это было прекрасно. Ну как мало? 21 минута на самом-то деле. Ну, первая серия была полчаса. Ну да, ну все равно не то чтобы мало. Просто посмотрелось очень быстро. Клево. Как всегда. Мне понравилось. А Насти, видимо, нет, она молчит. Было мало, я уже все сказала. Спасибо за просмотр, надеюсь, было интересно. Пиши свое мнение в комментариях, ссылка на оригинал в описании, там же расписание стримов и ссылки на мои соцсети. Жду тебя на стримах, смотри другие видео. До скорого. Пока.